экспозиции «Первенство города Москвы 2013 года по художественной гимнастике» завоевала Олеся Петрова. Дюшор МКФСО, юрист Москвы, крылья советов. Второе место заняла Дина Азирина, дюшор МКФСО. Третье место у представительницы с дюшор юность Москвы крылья советов Марии Павловой. А кто не сказал, что на третье место? Гимнастки награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными призами. Награждение проводит главный судья соревнований, заслуженный тренер России, судья всероссийской категории Наталья Новгородняя и старший тренер сборной команды города Москвы в групповых упражнениях, заслуженный тренер России Наталья Орлова. Тренеры, подготовившие победителей первенства города Москвы, Вера Шаталина и Екатерина Панкова, награждаются дипломами. Среди команд, выступавших по программе кандидатов в мастера спорта, первое место заняла команда с дюшор МКФСО. Олеся Петрова, Дина Аверина, Арина Аверина, Юлия Прадикова. Второе место у команды с дюшор «Юность Москвы» «Крылья советов». Олеся Петрова, Мария Павлова, Карина Кузнецова, Софья Каньшина. Третье место заняла команда «Дюшор-24». В составе Дарья Мишина, Арина Качалова, Анастасия Харитонова и Дарья Зарина. Команды награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными призами.